Анна Ривьера и ее никчемная шестерка. Думаете, справитесь с лихачами? Кенни. Привет, Дэрил. Привет. Сейчас мы покажем вам, как надо водить. Буду ждать на финише. Нужна только победа. Ты сможешь. Вот мы взлетели вверх, а теперь давайте-ка вниз. Едем? Дороги не нужны. Как насчет песка в двигателе? Город, пока не побывали в трущобах. Тесновато, не правда ли? И грязно, все как ты любишь. Фару потеряла на одном из этих углов. Что за дело? Я не знаю. Ящик, фонарь. Теперь до фонаря, да? Эй, это не твоя? О, черт! Нет. Пришлите ребят одного зацепили. Черт! Что? Ты! Отойди от машины! Права, быстро! Ривьера. Твоя тачка? Да. Что-то не так, офицер? Возможно. Видишь ли, твоя машина попадает под ориентировку. Участие в нелегальных гонках. Прямо смотреть! А значит, я имею право ее конфисковать. Где были ночью? Мы здесь. Ты, права. Тупица. Забавно. Тачка есть? Да, сэр. Да, офицер! Где она? Вон там. Прикольно. Может, я не ту выбрал? Шоу, ты уже в пути? Доеду я. Ключи! Но зачем? Ключи!
Хочешь вернуть тачку? У тебя 10 дней. Потом ее под пресс. Ну, может, 10, а может и меньше. Удачи на дорогу. Не надо. Подбрось домой. Когда я сижу за рулем, в моих руках власть. Меня не остановить. Кто-то бросает мне вызов. Не вопрос. Давай, погнали. Но когда коп говорит мне, выйдите из машины, мэм, власть у него, а я в пролете. Еще увидимся. И спасибо. Едва стало казаться, что уличные гонки взяты под контроль, как тут же, прошлой ночью, толпа гонщиков нанесла ущерб собственности на $1000. Люди в панике. Что же будет дальше? Теперь всем ясно, что моя спецгруппа необходима, как никогда раньше. Такое нельзя прощать. И я обещаю, я сделаю все, что в моих силах, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Знаешь, так поступают те, кому очень не хватает чужого внимания. Не, это фигня. Не жалеешь? Не. Передай-ка. Она сказала, ты был хорош, мог попасть в лигу. Почему бросил? Она не все понимает. Как и я прежде. Но есть последствия. Пострашнее потери команды. После вчерашнего странно, что она не пришла хвастаться. Ха, ну, устала, наверное. Да. Кстати, если хочешь, кое-что предложу. Старый друг меня просто достал. Хочет увидеть тебя в деле. У него связи. Подумай, может, будет полезно. Я за, конечно. Спасибо. Не за что. Что у нас тут? Привет. От Лукаса, да? Да, ты хотел встретиться. О тебе много говорят, и, видимо, есть причина. Ты вроде не фанат гонок. Да, не фанат. Я больше ценю гладкость вождения, не скорость. Давай на пассажирское. Я тебе покажу. Погнали! Так, прибавим газу, чтобы резче входить в повороты. Чтобы войти в дрифт, нажми на газ и рули. Добавь еще газу, чтобы удержаться. Давай еще. Жмем на газ и рулим. Затем поддерживаем скорость. Еще разок. Жмем на газ, потом еще. И руль в бок. Так.
Так, хватит болтать. Кому-то пора за руль. Помни, чему я учил. Сперва мощно дави на газ, а затем рули и не теряй контроль. Покажи, что умеешь. Неплохо получается. Даже жалко, что это закончилось. Хороший результат. Попробую еще подольше. У тебя здорово получается! Шикарно! Так держать! Это было круто! Без особых напрягов! Чёрт! Кто тут кого учит? Но твое вождение меня тревожит. Я ждал, что ты вернешься. Первая трасса была для раскачки. А это уже другой уровень. Посмотрим, как справишься. Трасса в твоем распоряжении. Дерзай! Старайся лучше. Может, тебе еще рано на такую трассу? Главное здесь контроль. Заносит, дружище. Неплохо, но можно лучше. Ладно, признавайся, ты тренировался
очень много. Хочу увидеть это еще раз. Тебе хоть сколько-нибудь было сложно? Мне бы сейчас злиться, но это было просто загляденье. Похоже, мне нужно браться за дело всерьез.